Может, не сейчас, наверное, сейчас вряд ли, а в будущем, наверное, может, потому что в Европе эта ситуация тоже накапливалась, количество переходит в качество, есть такой закон диалектики, который сейчас не изучают уже. Вот. Я думаю, что и у нас может накопиться и перейдет, потому что когда люди другой культуры, другой религии, они вот в определенном количестве накапливаются в стране, и начинаются уже взаимоотношения не только с одной стороны, со стороны большинства, со стороны местных, но и с той стороны. Они тоже чувствуют себя в чем-то обделенными, в чем-то обиженными. Отношения усложняются. Это может быть у нас в будущем. Ничто нас не гарантирует от этого.